Еще раз. Если возможно, услышать твою игру еще раз. Еще раз. Какая ирония. И вдруг приходит целая куча приказов на исполнение. Ну-ну, большим шишкам, небось, тоже нелегко. Мало радости выслушивать жалобы от тех, кому не лень. Тетушка Моника, ты как раз вовремя. Я только хотела тебе позвонить. Я хотела... Только что мне звонил надзиратель Ноэ. Мне так жаль, Джури. Так жаль. Пожалуйста, брат, послушай. Не трать время. Суд был уже давно. Сейчас бессмысленно что-то менять или... Я знаю, но все же еще... Слушай, у меня нет на это времени. Пока. Постой! Мечты о смерти — ничто иное, как подтверждение того, что ты все еще жив. Повседневность, обычные будни — все это часть жизни. И я только тогда поняла это. Надзиратели Наоэ! Простите, надзиратель, я пытался остановить ее, но... Позвольте мне увидеться с ним. Я не могу. Я возьму всю ответственность на себя. Мне... Я не могу! И я не хочу, чтобы он узнал, что завтра утром его казнят. Но как же? Неужели вы не расскажете ему и будете сжать его до последнего момента в неведении? С момента вынесения приговора они знают о своей участи. Ну так расскажите ему! Приговоренные к смерти, готовые к ней каждое утро. Каждое утро они боятся шагов охраны. И каждую ночь засыпают, не знаю, умрут завтра или нет. Но Ю с самого начала был другим. Каждое утро он встречался с облегчением, а узнав, что казнь меняется, бесился, пытаясь покончить с собой. Но недавно он сказал, что ему страшно, потому что встреча с вами подарила ему желание прожить еще хоть немного дольше. Я рад за него, ведь он сожалеет о содеянном и ждет исполнения приговора, но... Я не могу вспомнить, чтобы он когда-нибудь по-настоящему улыбался. Он хочет, чтобы вы прожили полной жизнью. Так что я думаю, единственным, кто должен запомнить его улыбку, это человек, который его изменил. Только вы. Неважно, где мы были. По эту сторону от высокой-высокой стены или по ту, в недосягаемой тюрьме. Я все равно так и не смогла найти ответ, как и не нашла разницу между ним, кого называют преступником, и мною, которая могла бы таковой стать.
Живешь еще год. Ради меня. Впервые меня попросили жить. Надзиратель Ноу, что-то случилось? Сегодня. Понятно. Сегодня. Я умру. Мисс Мотоу попросила не врать тебе. Да я и сам не хочу. И я рад, что вы присматривали за мной. Вы мне очень помогли. Спасибо вам. Мисс Мотоу, мне сказали написать завещание. У меня нет семьи. Поэтому я, как всегда, написал тебе письмо. Я и представить не мог, что буду так поражен твоим появлением в тюрьме. Если честно, я искал тебя в тот день, когда погиб брат, и я остался совсем один. Даже ты исчезал с экранов. Я искал тебя. Я искал, искал, но не мог найти. И я забыл тебя. Надзиратель Ноу. Мы же делаем крюк, проходя через зал. Остальное может подождать. Но когда я увидел тебя здесь впервые, и я подумал, что, возможно, Бог и правда существует. Спасибо за каждый четверг, проведенный с тобой. Я впервые понял, что такое счастье. Это то, чего я никогда бы не смог понять без тебя. Кажется, теперь я знаю, почему люди всю жизнь цепляются за других. Я не буду храбриться и желать того, чтобы ты забыла меня и жила своей жизнью. Я хочу, чтобы ты помнила меня. Только ты, такого незначительного меня. Ю, прости, но мы должны идти. Однажды ты сказала, что как бы ни ненавидела кого-то, как бы сильно ни желала чьей-то смерти, всегда пугалась и останавливалась. Думаю, ты останавливалась не потому, что боялась, а потому, что была храброй. Да. Возможно, если бы я поступил так же, то смог сказать то, чего уже никогда не скажу. Слова, которые я никогда не говорил. С самого рождения. И я любил тебя с первого дня, когда увидел. Живи, даже если это всего один день. И, пожалуйста, постарайся стать счастливее всех. Приглашать меня к себе? Ты все-таки рехнулась? Я прощаю тебя, мама. Что? На самом деле, я просто ненавижу тебя. Даже убить готова. Но я... должна жить. А поэтому я тебя прощаю. Я... снова начала играть. Хочешь, мама? Я для тебя сыграю. Благодаря ему я смогла понять, как стать счастливой. Но он должен был сказать. Не стоило молчать.
Ведь больно не только, когда тебе плохо, но и когда кого-то любишь. И я смогла это понять, поэтому я буду жить. Буду жить дальше.